Общественное предложение правительству региона рассмотрели активисты Общероссийского народного фронта на конференции регионального отделения. В первую очередь подвели итоги работы за минувший год. Успехи есть в разных сферах. Члены ОНФ добились ремонта дорогостоящего оборудования в горбольнице номер 1, решения вопросов доступной среды в ряде учреждений образования и здравоохранения. После вмешательства народного фронта установлены светофоры и знаки на нескольких пешеходных переходах областной столицы. Также благодаря активистам ОНФ урегулирована ситуация в школе боевых искусств в Вологде, где одним из острых вопросов была оплата занятий. Также совместными усилиями удалось стабилизировать работу по капитальному ремонту домов. Это одна из ключевых задач. Капитальным ремонтом многоквартирных домов это проблемы были очень сложными. На сегодняшний день как-то вот, может быть, общими усилиями, не только, наверное, здесь фронт постарался, но и фронта заслуга тоже определенно, безусловно, есть. И там уже просматриваются вот такие вещи, как гласность, как обязательно информация о том, что планируется делать наш оператор на том или ином доме. Часть проблем осталась в рабочих планах. Их требуется решить уже в новом рабочем году. Кроме того, на конференции были сформулированы общественные предложения правительства региона. Подобный подход доказал свою эффективность. Мы готовили на рабочих группах. Сформированы они именно в содержательном смысле из запросов граждан. Их 15. Значит, и вся деятельность, вот такая содержательная, по работе с обращениями граждан, сформулирован в них. Более половины поручений, которые были сформулированы губернатору в прошлом году, выполнены. Считаем, что это серьезный большой успех. Также на ежегодной конференции провели ротацию регионального штаба. В его состав вошли известный краевед Александр Сазонов, журналист Юрий Антушевич, руководитель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Сергей Беляков и учитель средней школы номер 1 Анна Попова. Сопредседателем регионального штаба избран Герман Титов. Исполком регионального отделения ОНФ в Вологодской области возглавила Людмила Мельникова. Екатерина Олейникова, Максим Тышковец, Вологда Портал.